Ребятки, всем привет, с вами Александр, No Man's Sky, вообще-то ничейные небеса, мы тут начинаем строить базу, продолжим как-нибудь с вами, ничего пока что интересного не сделали, но интересное появилось здесь. Появился хороший, короче, манипулятор, но стоит он чертовски дорого, он, конечно, классом Б, то есть не супер-пупер, но у него 22 ячейки, ребята. 2 ляма 583 тысячи. Его нужно, у нас есть всего лишь 1 400 000. Но я все-таки думаю, эту штуку сделаю. Он нам еще очень долго сможет прослужить. Давайте мы продадим. Вот, короче, есть такая штука, конечно, не хотелось бы мне ее продавать. Ну, давайте мы это сделаем. Ах, нет, я думал, блин, я думал, это каждая из них стоит по 300 тысяч. Думал продать извлеченные технологии, короче, чтобы лямчик все-таки насобирать. Но, увы, ребятки, наверное, таки не судьба. Придется нам подождать. Так, ну я сейчас немножко нафармлю углеродика и строим базу. Здесь, ребята, целое нашествие, смотрите, какие орды, толпы просто... Просто меня, ребята, любят животные, они просто вот сюда прибежали посмотреть на меня. Ну, на высшую форму жизни прибежали сделать, короче, поклон. Они знают, что я покормил их нескольких собратьев магическим сникерсом, как в Африке. Так, ну, а мы давайте продолжим тут строить нашу базу. Нам нужен пол, да. Вот так. Ну, это как называется? Она поставилась как-то криво. Ну и фига ты не прилипаешь. Так, теперь нам эту фигню нужно удалить. Нажимаем Ctrl и нажимаем F. Только не забудьте отойти. Так, и еще пол. Сколько у меня там есть? Ну, кое-как хватило. Так, можно построить еще 15. Так, хорошо. Я так вот по-скромному построился просто прям вот там. Так, эту штуку я тут не могу застроить. Надо будет, наверное, убрать. Сколько я еще могу построить? Недостаточный компонент. Так, мне вот эта штука надо убрать. Надо убрать. Вот так вот, отлично. И углеродик, кстати, нам тут привалил. Ну, я такую построил сразу. Довольно жирную. Вообще-то я хотел поставить вот эту хрень... чтобы она смотрела, наверное, туда, но получилось два выхода. Ладно, будет удобно и так заходить. Вы это видела? Оно жрет! Оно жрет, прям брызги крови летят вокруг. Ой, какая милая птичка. Офигеть, оно еще и кричит. Тут, короче, ребята, планетка живет вполне себе своей жизнью. Это не так, как в Jurassic World Evolution. Он убивает только для того, чтобы поесть. Иначе бы здесь ни одной живности не было. И вот у стада тут бы не пробежало. Еще звуки такие издает. Неплохо. Так, углерод. Это все добываем, добываем. Ничего. Когда получим задание на уничтожение хищников, я тебя тоже, птичка, разберу. Ну, раз пошла еще такая пляска по животным, короче, то вот. Это наша птичка. А вот пришло еще, короче, что-то, не знаю, какой-то ящерица. Ну, кстати, очень похоже на раптора. Смотрите, вот такая вот морда у него, правда, такая, правда, что-то среднее между ящерицей и кроликом. Короче, ну, в общем-то, очень похоже на раптора. Смотрите, три пальчика, перышко. Ну, правда, ноги такие хиленькие, как у какого-то цыпленка. Но в целом это, в общем-то, какой-то местный ютарапптор, ребята. Вот так вот. Ну, покормить его нельзя, но и на меня оно, короче, не бросается. Давайте вы, как бы, между ними файт, интересно, может быть или нет.
Блин. Может, как-то их можно будет еще сагрить. Так, еще здесь новое существо пришло, кстати. Это тоже был новый. Мы на этой планете уже довольно долго, но это все дело новое. Так, ну а мы, ребятки, продолжаем строить. Не знаю, строить в один этаж или в два. Наверное, пока в один. Что-то я как-то так построил, да, правда, неправильно. Давайте мы вот это разломаем. И поставим туда... Но все-таки двери поставим. Так, только что он прокручивается вот это через раз. Так, вот есть у нас такие двери. Так, теперь будем ставить крышу. Так, я думаю просто, как поставить крышу. Давайте как-то так, что ли, будем извращаться. То есть пока я... Опа. Тут стеночки не хватает, ну чё подумаешь, чё поделаешь. Кстати, ну всё-таки, наверное, где-то надо строить и в два этажа. Так, ладно. Так, стоять. Уберем всё-таки эту штуку. Здесь как-то, наверное, зря поставил. Сейчас я не смогу никак закрыть эту штукенцию. И куда она поставилась? На пол легла, понятно. Ну. Да давай иди сюда. Ну, смотрите, какая противная пластина. У нас на крышу много ушло. Ну, что ты будешь делать? Дом, милый дом. Ребята, не спрашивайте, почему получилось именно так. Ну, в общем-то, получилось даже намного лучше, чем я хотел. У меня такая прям двухъярусная крыша получилась. Давайте мы сюда даже заберемся. Осталось поставить флажки или еще какую-то, в общем-то, там лабуду. Так, у нас есть задание. Нам нужен намагниченный феррит, нам нужен. Так, я углеродом уже здесь столько напочковал. А оказывается, теперь он не нужен, да? Интересно. Ладно. Давайте мы сюда зарядим углерод по максимуму. Это мы в костюмчик. И нам нужен намагниченный, короче, то есть берем чистый феррит и перегоняем его вот сюда. То есть у меня там какая-то часть была, нам нужно, по-моему, 40, чтобы создать анализатор чертежей. Этого, по идее, должно хватить. Сейчас посмотрим. Так, а сюда сейчас я пока, чтобы дело не простаивало, заряжу обычный углерод и его сожму. Так, для анализатора чертежей требуется намагниченный феррит. А чего он так медленно считает? Производится намагниченный феррит. Так, у меня уже он давно произведен, вы чё? Нам нужен анализатор чертежей. Так, надеюсь, он уже доступен, оно там не тупит. Так. Ты кто? Анализатор чертежей. Недостаточно компонентов. Намагниченный феррит. Как это недостаточно? Вообще с ума посходили там. У меня он уже этого намагниченного феррита. Его заключило. То есть он, там производится... Сейчас углерод, оно мне считает, смотрите. Реально глюк. То есть это углерод. Мистика какая-то. Что, я куда-то его переместил? Но оно же считает инвентарь любой, короче.
намагниченный феррит. Ладно, давайте еще. Берем чистый феррит. Чистый феррит. И нам нужно... У нас там 17. Ну, 13, например. Ну, ну как-то его заглючил, вы же видели, там был чистый намагниченный феррит, я его собирал. Все, отлично. Теперь мы можем поставить анализатор чертежей. И что анализировать у меня уже есть, ребята. Так, не знаю, ну давайте где-то будем здесь его выставлять, это все барахло. Вот это, анализатор чертежей. Отлично, давайте сразу к нему подойдем. И он нам что-то даст. Что-то мы проанализируем. Диагностики, извлекайте засыпанные технологии. У меня их, по-моему, уже 6 или 7, или сколько там этих технологий. Точка сохранения. Деревянная оконная панель. Сейчас мы и построим. Медицинская станция. Деревянная дверная рама. Система защиты от вредных факторов. Вот еще что-то осталось. Модуль посланий. Станция связи. Это, в общем-то, все бесполезные такие штуки. Но их нужно изучать. Модуль телепортации. Черт, надо будет извлечь еще одну технологию. И это сделать. Так. Обработать не надо одну технологию с помощью анализатора чертежей. Ну так я уже обработал. Чего вам еще надо? Давайте исследование чертежей. Ну, я уже сколько тут этих технологий изработал, че, с ума посходили? Что-то его глючит. А, журнал компьютер базы обновлен. Ну да, чуть-чуть подтупливает игрулька наша. Так, журнал предыдущего пользователя, уже с буковкой F, цифры все те же. Без конца повторяй 16. Внимание, записи обрываются, обнаружи аварийная трансляция. Странник находит свои крылья, он летит к нам, как и предначертано. Ты найдешь нас, когда придет время. Так, мне сейчас тут радиация, уже все пожелтело. Компьютер базы прислал собственную программу по расшифровке архива. Трансляция не похожа на сигнал бедствия. Однако информация правдива. Валим отсюда. Надо забрать оттуда уже наш анализатор. Точнее, не анализатор, а наш преобразователь. Проверьте сигнал бедствия. Так, давайте мы еще сюда зайдем. Ты что-то еще сможешь сделать, если... Не, ничего уже, эта штука нам не сможет сделать. Проверьте сигнал бедствия. Посетите космическую станцию и найдите разумные формы жизни. Так, забрал я эту штукенцию. Давайте сейчас мы будем сюда размещать все, что нам нужно. Так, допустим, ты стой здесь. Точка сохранения. Что нам нужно? Металлическая обшивочка. Металлическая обшивочка. Я только что ее выбросил. Все время забываю, что нажать по центру — это выбросить, а создать еще — это Ешка. Чего тебе не хватает? Недостаточно компонентов. Это как? Как не может быть недостаточно компонентов? Подождите, что за глюк? Ферритная пыль. Блин, я что, переработал всю ферритную пыль? Ее же у меня было просто адское количество. Ладно, сейчас мы сделаем. Так. Я просто здесь уже повырубал, как вы поняли, все деревья. И, в общем-то, много чего тоже повырубал. Контейнер бы, конечно, нам не помешало. Но он, в общем-то, если есть, то он все равно хреновый, этот контейнер. Так, так,
Точечка сохранения. Вот теперь точно смогу создать. Вот так, вот так, вот так. Дегидрогель не хватает. Я его только что выбросил. Что ты будешь делать? Вот так. Теперь что еще нам нужно? Не здесь, а вот здесь. Что нам нужно? Это металлическая обшивка. Да. Кобальт, уран. Урана вообще нет. Это нужно искать специальные планеты радиоактивные. Хотя здесь радиации много, может где-то есть. И эту штуку я создать тоже не могу. Облом. Облом, так это какая-то у нас сельхоз. Ну, в общем-то, все. С этим разобрались. Итак, ребяточки, в общем-то, только что случилась такая ерунда. Я, в общем-то, обменял свой корабль. Вот это был мой корабль, у меня было 15 ячеек, а теперь у меня вот такой корабль. Ну, тут дело не во внешнем виде, дело просто в том, что у него теперь 19 ячеек, в общем-то. Ну, нету ракетницы, но это, в общем-то, по барабану. Все у него заправлено, все целое есть. Ну, класс С тот же, что и у меня. Технологий никаких нет, но дополнительных пару ячеек появилось. А это очень-очень для меня на данный момент важно. Могу туда чего-нибудь скинуть. Какой-то там мордит, не знаю, нафиг он мне нужен, но пока лежит. Снаряды выбрасываю. Они мне пока что не нужны. Вот так, ну даже не знаю, что туда еще перекинуть. Углерод давайте перекинем. Ну вот так вот. Еще одна ячейка осталась. Отлично. Давайте будем взлетать. Я поговорил здесь с Корваксами. Они мне тут дали, как видите, пару координат. Я нажал Е установить точку. Короче, корабль приземлил. Большое. Спасибо. Ух ты, а что он такой крохотный? Он на станции был побольше. Давайте ускоримся, полетим на второй торговый пункт. Тут главное высоко не взлетать. А то просто окажешься... Тихо. Окажешься вне планеты. Надо чуток повыше. Управление, конечно, что-то не очень меня радует. Ну, давайте. Зато кабина корабля у нас поменялась. Какое-никакое разнообразие. И бесплатная посадка. Это всегда хорошо. На той станции мы с вами не говорили. Давайте поговорим на этом. Я там подружился со всеми. Ну, там всего было 3 человека. Так, смотрим. На станциях обычно валяются ящички какие-то, но здесь пока что никого нет. И здесь есть 3 Корвакса и торговый терминал. Так, они уже нас приветствуют. У нас, по-моему, 3-й уровень взаимодействия. Так. Новый собеседник настроен на общение. Отлично. Обязательно просим помочь с диалектом. Он дает нам какое-то словечко. И сразу заходим второй раз. Здесь так построены все эти диалоги, что нужно по 2, а то и по 3 раза общаться с Корваксами. Ну и не только с Корваксом, со всеми жителями. Это, конечно, немножко напрягает.
Просим помочь с диалектом. И сейчас что-то по бартеру попросим. Вообще-то он что, нам слово написал? Я же бартер вроде хотел. Ладно, снова попросил указать путь. Давай, может, ты будешь что-то более поразговорчивый. Там есть кнопочка бартер. Ну, обычно там ничего полезного нет. Так, нам дают слово вероятность. Изучили новенькое словечко. Так. И... Я хочу по бартеру сейчас с ним обменяться. Пойман сигнал артефакта. Вообще, по этой планете я хочу, конечно, полетать, но это я буду в основном делать за кадром. Так, снова указать путь. Ты у нас какой-то просто картограф. Ну, тут какие-то глюки, да. То появляется, то исчезает эти всякие штуки. Да, бартер давай мне. Интересно, мне вот разные места показывают или одно и то же? Вот, кто-то приземляется. Блин, вот это классный корабль, ребята. Давайте сейчас покажу вам. Там было 44 ячейки, он стоил 30 лямов. Вот это, этот же корабль. Вот, ну, видно, что у него то отсеки грузовые. Купить звездолет. 43 ячейки, ребята, 43 ячейки. Этот еще дороже, 44 ляма. Эх, я бы его себе купил. Вон еще один такой же. Это планета грузовых кораблей. Так, слушай, дорогой, давай мне бартер, да я пойду отстану от тебя. Нет, иди ты в баню. Неразговорчивый-то какой. Может, ты нам захочешь что-то по бартеру спихнуть? Нет. Прощаемся с Корваксами. У меня есть артефакты Вайкина и Гека есть. Так что нужно будет как-то их найти. Так, а вообще давайте смотреть, что у нас здесь, что нам поуказывали. Так, это модуль, модуль. 260. Хорошо, туда мы сейчас бегаем. А это что? Вне планеты. Это наша точечка, да? И вон еще есть 125. Так, давайте сбегаем и туда сбегаем. Ага, стоять. Оно в пещере, что ли, находится? Расстояние 66, но мне кажется, все-таки на поверхности. Но, если что, мы докопаемся. Нет, вот-вот, он стоит совсем рядышком. Изучим тоже какое-то словечко. Натрий, натрий. Эта планета очень богата натрием. Так, но нам нужен что? Очередной... там где-то далеко находится... Так, ну где-то же рядом был, подождите. Вот. Там есть первый этаж на этой станции. Кстати, я как-то его пропустил. Там явно что-то можно скоммуниздить. Ну там же было точно совсем рядом, 100 или 200 метров. Это был не этот артефакт. Монолит. А монолит, кстати, это хорошая штука. Оу, прям идеально. Натрий, ничего интересного. Снова натрий. Ну, а здесь требуется Атлас Пас. Вот. Вот этот артефакт. Странно, что мы его не могли увидеть с той точки. Ну, совсем рядышком. Вон на горе стоит.
Отлично. Как будто бы мы на Марсе. Марсианин. Не знаю, нужна ли нам эта синяя гелевая субстанция. Это у нас углерод обыкновенный. Обычно с какими-то примесями. Да. Ну, нам тут еще предлагают сгонять, конечно, на другую планету. Древние руины, кстати, мы знаем, что это классная штука. Сбрось груза. Ну, сейчас будем что-то думать. Куда-то полетим, ребята. Так, вот мы и на монолите. У нас здесь, как обычно, три слова и какая будет загадка. Первое слово. Второе слово. Так, и вот третье слово. Но корабль у нас вообще крохотный. Реально, тот у нас был больше. О-о-о-о. А, черт, я, мне показалось, что это шарик. Что это гравишар, который был на руинах раскопки. Итак. Дань Юкстанфер. Так, я чувствую слабость. Но кто-то вторгается в мой разум. Так, нужно читать там. На коже появляются волдыри, они растут и лопаются. Я чувствую, что мою плоть изнутри тысячи крохотных игл разрывает. Вдруг я вижу, как металлические пауки, возможно, стражи, поднимаются по моему телу и забираются под шлем. Неужели это все происходит на самом деле? Это не может быть. Я начинаю кричать. Попытаемся сбросить. Металлические пауки покидают мой шлем. Галлюцинация исчезает, но боль не проходит. Корвакс теперь относится к вам хуже. Сволочь. Сволочи. Да мне и был такой ранг 3 из 9. Короче, здесь такие коварные вопросы. На некоторые, ну, как бы, не всегда понятно, что стоит выбрать. Так, что это у нас еще здесь? Вон меточка. Давайте вот сюда сейчас сгоняем. Топливо у нас вроде как есть. У меня еще купа координат. Надо их как-то будет пооткрывать с вами. Ну или самому за кадром сбегать. И сейчас как кусок какашки грохнемся. Ой. Реально, с такой посадкой... все бы тут развалилось уже в нашем корабле. Так, у нас есть точка сохранения. Так, давайте тут осмотримся. Ну, поблизости ничего такого интересного нет. Так, ну что ж. Антиматерия, блин, антиматерию мы еще не умеем создавать. Ну, это мы можем. Кислород, нитрат натрия, трубки, да, а вот антиматерия... Антиматерия нет, ну, разве что я не видел, чтобы она здесь была где-то, ну, как-то покупалась. Облом, ребята, облом. Облом. Недостаточно мы здесь развиты. Давай, птички, сканируйся.